Сегодня в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста долгожданный праздник. Несколько месяцев бабушки и дедушки ждали открытия компьютерного класса. По этому поводу они устроили целое торжество с танцами и песнями. С открытием компьютерного класса отдыхающих отделения дневного пребывания поздравила заместитель главы города Альбина Ерофеева. По скайпу через интернет, оплачивая только услуги вот тарифа, да, то есть только за интернет, я могу с мамой бесплатно общаться и видеть ее на экране каждый день. И вы представляете, насколько это вообще здорово, это вот как будто бы видишься каждый день. А раньше, вот я вспоминаю студенческие годы, я училась тоже вот в Кемерово, только письмами переписывались, а как было сложно тогда, переговоры, да, вот заказывали там очередь. Ну, то есть вот так вот идет много прогресс, поэтому, ну, остается здесь только вот поздравить вас, что вы эту грамотность приобретете, и вы будете с компьютером на «ты». После торжественного открытия класса у бабушек состоялось первое знакомство с техникой. Александра Петровна Филимоненко компьютером и тем более интернетом не пользовалась ни разу. Зато ее 9-летняя внучка – активный пользователь социальных сетей. Чтобы иметь возможность общаться с девочкой каждый день по интернету, бабушка решила освоить новую для себя технику. Я с работы, когда ушла, еще компьютеров не было. Вот. Мне очень интересно и хочется научиться. А я считаю, что нужно в интернет потом и с детьми общаться, с внуками. Обучать бабушек и дедушек компьютерной грамотности сотрудникам Центра соцобслуживания придется с нуля. Многих из них нужно учить включать компьютер, пользоваться мышкой и клавиатурой. Через 2 месяца занятий, надеются и бабушки, и сотрудники Центра социального обслуживания, ученики смогут уже самостоятельно выходить в интернет. Мария Дудкина, Александр Иванов, Ленинск ТВ.